О! Давай, посекай, посекай! О! Прям, давай! Поймал. Пошел! Экземпляр, посмотри, экземпляр! Подцепил! Сейчас босс. Ой, мы сейчас отхватывать будем, ну просто от всех будем отхватывать, я умереть. Добрый день, дорогие друзья, с вами опытный рыбак Станислав. И сегодня ко мне в гости пришел мой ученик Борис. Ни для кого не секрет, что обычную рыбешку может поймать каждый. А сегодня я покажу Боре, что такое настоящий улов и как его добиться. Поехали. Молодец, Боречка, поехали. Идем вон там нормальный походу рыбеха, редкий вид. Готов? Давай. Погнали. О, прям, давай, пошел. Она тебя заметила, поэтому тут надо максимально не спугнуть. Сейчас потихонечку подтягиваешь, смотри, подтягивай. Тут нужно либо глушить веслом, что нам, наверное, не подходит, потому что экземпляр хороший. Либо нужно отпустить, либо нужно прям тащить и в лодку сразу закидывать. Что будешь делать? В лодку, конечно, сразу же. Ну все, бери, тащи в лодку тогда. Я тогда удочку, а ты в лодку тащи, и тогда пойдем. Ты тогда, я сейчас сеть за сетью сгоняю. Все, нормально, сейчас, блин, уху будем готовить. Нормально, сейчас пожарим вдвоем, вместе, одну рыбу. Ага, попалась. Блин, пошел. Смотри, не допускай старых ошибок, не допускай. Сейчас сорвется, Борь. Все. Ай-яй-яй. Не... Это хищная рыба была. С хищными надо по-другому, это не та насадка. С такой рыбой просто так ее с первого раза не возьмешь. Ее нужно что? Прикармливать. Пока просто лежим, делаем вид, что загораем. Давай, пошли. Перекатывайся боком. Прыгай на них. Лови. На эти цепи. Сорвалась рыба. Но что гласит правило хорошего рыбака? Рыбак ловит рыбу до последнего. Да, Боря! Тащи! Тащи, Боря! Потихоньку в болото заходи. Экземпляр, посмотри, экземпляр. Если поймал, это можно было бы фото с трофеем сделать. Это самый оригинальный подкаст. Поэтому потихонечку подползай. Да нет, не испугни. Потихонечку подползай. Вот, молодец. Ой, смотри, иди сюда, мой хороший, иди, мой маленький, иди сюда. Теперь ты потихоньку вливайся в доверие к рыбе. Чтобы, если ты хочешь, чтобы она увидела твой поплавок в дальнейшем, ты должен сейчас влиться к ней в доверие, понимаешь? Опарышем своим ты ее как бы не удивишь. Боря, не тормози, все, иди, входи в контакт, так как ты ученик, хотя бы фото с трофеем, добейся фото с трофеем. От тебя что требовалось? Смотри, ты к ней подошел вот так, дал ей лесочку. Вот, возьмись, пожалуйста, за кончик. Нет. Возьми за кончик. Нет. Если рыба не хочет браться за кончик, это о чем говорит? Вы еще недостаточно с ней хорошо знакомы. Что? Недостаточно хорош. Либо кончик недостаточно хорош. Боль, мы с тобой знаем, что кончик у тебя какой? А почему вы кончики друг друга знаете? Это предположение. Я ему пытаюсь внушить вот эту уверенность, чтобы он подходил, и все рыбы сами на него как бы это наваливали. Вы рекламируете его кончик? Это очень странно. Какая-то пидосня пошла. Пидосня, это если бы я его кончик рекламировал бы, вот, например, вот тем парням. А я рекламирую форели радужной. Вот. Сфотографируешь, Стас? Нет. С моим учеником? Нас фотографируешь. Давай. А ты сама можешь нас фоткать, да? Давай. Так, и Борю, ученичка Борю. Ну, здорово. Все. Давайте, покидывай. Пока. Сорвала крюк, но оно того стоило. Супероперация по захвату рыбы в крайне неудобных позициях. Давай, посекай. О, тащи, пошел. Все. Смотри, сорвал. Тяжелая рыба.
Тяжело, сходу, первый раз такой, что сходу сорвалась. Давай, говорит, еще раз. Давай, давай попробуем. Давай, может, со второго раза давай, получится. Оп, оп, давай. Просто приподнимай, поднимаешь. Давай, давай, вариант, давай. Хороший вариант. Ура. Хорош. Отлично. Так, номерочек, номерочек. А зачем? Ой, молодец, молодец, Боря, молодец. Аж гордость переполняет. Вот это называется грамотные уроки. Скажи, хорош Боря, нет? Ну скажи, скажи. А, красавец Боря. Какой из этого можно сделать вывод? Главное пытаться один за одним закидываем, тащим. Не было сорвалась. Еще раз, даже мы сегодня только что убедились, что даже та же самая рыба, если сорвалась, можно ее еще раз что сделать? Подцепить. Подцепить. Все верно. Также, если вы перейдете на сайт OneX по данному QR-коду или по ссылке в закрепленном комментарии и введете промокод Стас, то вы получите бонус при регистрации в размере $100. Удочку отпусти. Отпусти леску. Леску отпусти. И главное, потихоньку. Понял? Смотри, давай, потихоньку, потихоньку, не привлекай внимания. Ползи, как ящер. Они тебя не видят, Борь. Давай, давай, давай. Мальчик, что вы делаете? А? Что вы делаете? А? Что вы делаете? Я надеюсь, они нас не увидели. Лежи пока что. Я подойду поближе, как я скажу, тогда подползай. Понял? Очень сложный момент, вот тут кусты. Через них надо максимально неожиданно для жертвы перепрыгнуть. Понял? Смотри, я сейчас продемонстрирую, как это делать. Оп, прыгну и... Взял, подцепил, все, тащи, 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 тащи. Не спугни, Борь, подходи, подходи, подходи. В упор, в упор, в упор. Все, смотри, теперь твоя самая задача — влиться к ней в доверие. Я тебе что могу сказать про такую особь? Ее надо хорошенечко замариновать, вечером с вином подавать. Но такую рыбу нельзя варить, нельзя коптить. Такую рыбу надо хорошенечко жарить. Понимаешь? Рыба готова к жарке, поэтому все остается тебе. Давай. Здравствуйте, можно вас отжарить? Давай. Ты же хуйня ненормальная. Давай, вы не понимаете, насколько? Да не надо понимать. Отключай понималку, на, держи. Давай. Тебе что, сколько лет? Слишком старый, что ли, стал? Давай. Это какая-то хуйня. Чуваки, мы сейчас отхватывать будем, я тебя уверяю. Я не могу через себя перестать где-то пиздец залупывать, понимаете? Че ты ржешь, блядь? Я не знаю, что ты так догнался. Мы 100 раз так делали. Я не хочу этого делать. Фу, блядь, ладно, похуй с вами. Идиоты конченые, ненавижу вас. Итак, дорогие друзья, сейчас босс, крупная рыба. Как же мне стрёмно, сука. Ой, мы сейчас пиздец отхватывать будем. Мы просто от всех отхватывать пиздец, я умеряю. Посмотрите, какая она серьезная стоит в телефоне. Ну а на этом моменте, когда Стас уже был готов на все 100%, Боря почему-то решил дать заднюю и перестал отпускать леску. Ну я хотел, вы видели, Боря дал заднюю в последний момент. Все, идите в жопу, я не буду подписываться на эту херню больше, придурки. Но я был готов, но вы видели. Фу, блин, слава богу, что мы не стали это делать. Идите в очко с вашими пранками. Чего смотришь, говори. Я хотел выразить огромную благодарность Стасу за те советы и уроки, которые он преподнес мне. И также, дорогие друзья, я хотел вам сказать, что сегодня вы стали свидетелями того, что при должном подходе можно поймать абсолютно любую рыбку. Главное, к ней правильно подойти. И что хотелось бы еще сказать. У Бориса есть канал, на котором вы можете увидеть по ссылочке в описании ролики с моим участием. Недавно вышли ролики, поэтому все переходим, смотрим. С вами был опытный рыболов Станислав, мой ученик Борис. Всем, собственно говоря, до свидания. Прощаешься, может быть. До свидания. Да. Life is okay, I just wish I was taller. But I'm okay, still gonna put my dick in your daughter. Miami.